Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас на юге России, в Краснодаре. Вот с такого интересного вида, который скорее больше похож на футбольный менеджер. Главный тренер Краснодара 2 Алексей Герасименко, старший тренер Быков Александр Хромыков, насколько мне известно, сегодняшний матч из-за дисквалификации также пропускает. Расхожее мнение, что у Краснодара 2 проблемы со стандартами. Сейчас едва мы в этом не убедились. Конкретно и очень предметно. Поэтому скорее будем наблюдать за тем, как Краснодар 2 будет свои козыри использовать. Это техника и это комбинация. Манелов справа. Удар! Повод шумно выдохнуть. По Илью Рощению. Подчеркиваем, что сегодня для него 45-й матч за команду. У нас удар поворотом и отнюдь непростой, как казалось изначально, среди Стефановича и Смирнова Данилы. Момент опасный. Манелов, удар, рикошет и мечется мяч. Только сейчас получает возможность его зафиксировать Алекс Смирнов. Без него команда очень много очков потеряла. Контратака, прострел, подбор, Келезетдинов, касание! 1-0. Даже при том, что играть еще больше тайма. Ведерников. Хорошо. Удар. 2-0. Вот они, стандарты Волгаря. И, собственно, доказательство того, о чем мы говорили. Самко. Карпов. Хорошо. Прострел. Есть момент. Удар. Осторожно, Руслан Опеков, двери закрываются. И они успели закрыться перед ним в момент удара. Поэтому это Гаврилович. И звучит финальный свисток.